С 3 по 7 июля в Екатеринбурге на площадке Уральского центра развития дизайна пройдет июльский фестиваль мастеров «Иван да Марья». На одной площадке в Екатеринбурге 6 раз в год собираются сотни мастеров со всей России и представляют свои работы, созданные руками с теплом и огромной любовью к делу. Параллельно проходят мастер-классы для детей и взрослых по разным видам творчества. На фестивале посетители смогут увидеть дизайнерские керамические и деревянные изделия для кухни и интерьера, качественный домашний текстиль, разнообразные работы из кожи, множество украшений, выполненных в различных техниках, авторские куклы и игрушки. Также будет организована отдельная зона фермерской продукции с сырами ручной работы от разных производителей, маслом холодного отжима, натуральным медом, чаями ручной сборки, пряниками имбирными, с начинками и без, устричным соусом, сушеным мясом, рыбными деликатесами и другими вкусностями. Узнать подробности можно на сайте организаторов ivanakupala.expo96.com. Адрес: улица Горького, дом 4А.